24 декабря около 11 часов ночи на пересечении улицы Блюхера и проспекта Республики произошел порыв на теплотрассе. Дорожное движение от улицы Сейфуллина до улицы Чайковского по проспекту Республики было перекрыто патрульными нарядами. Организована бригада в составе 5 человек, также экскаватор, автокран, дежурная машина. И силами этой бригады был устранен порыв. В 9 часов утра был произведен запуск в жилые дома. Практически все дома были переключены на другую линию, то есть без отопления практически никто не осталось. 4 жилых дома осталось сейчас. После запуска бригада эти дома и те, кто был в пониженной гидравликой, проходят, осматривают, то есть помогают совместно с КСК запускать дома, восстанавливать гидравлический режим. На данный момент все коммунальные службы работают на месте происшествия. Для определения и замены аварийного участка им потребовалось около 8 часов. Причиной порыва стала изношенность трубы. Анастасия Граф, Сергей Баданин, новости Темиртау.